Так, коллеги, добрый день. Я предлагаю начать. Предлагаю проверить звук и видео. Всем ли меня видно и слышно? Если да, то, пожалуйста, поставьте пятерки в чате. У нас уже такая большая группа, 30 человек. Я вижу, тема достаточно актуальная, да, для вас. Угу, отлично, вижу. Хорошо, спасибо. Друзья, если вдруг у кого-то будет пропадать звук, на все выступающими числится, да, выступающими. Угу. Так, давайте сейчас посмотрим. Сделать всех участниками. Сделать участниками. Угу. Так, все, да, спасибо, сделал вас участниками. Угу. Так, замечательно. Выступающий один. Да, у нас уже 33 человека. Здорово. Так, коллеги, разрешите представиться. Меня зовут Богатырев Владимир. Я корпоративный тренер. Некоторые, наверное, у меня уже были на других обучающих курсах. Рад вас приветствовать на вебинаре «Условия возникновения доверия». В рамках этой темы мы будем говорить о том, что такое доверие, как доверие позволяет нам достигать наших целей, как помогает нам в нашей деятельности. Ну и кроме этого, коллеги, мы знаем, что доверие это является у нас одной из корпоративных ценностей, да, в компании Сибур. Если все сотрудники нашей компании будут уметь оказывать всем доверительные отношения, уважение, то, конечно, мы сможем значительно улучшить наши коммуникации между собой, повысить эффективность в целом как нашу, так и нашей компании. Поэтому давайте сегодня учиться этому, как создавать, уметь доверительные отношения друг с другом. Так, друзья, мы подготовили для вас 17 вебинаров по 5 различным темам. Я думаю, что на некоторых из них вы уже были, и каждый из них автономен. И сегодня напоминаю, что у нас тема «Условия возникновения доверия». Друзья, традиционно предлагаю ввести следующие правила для того, чтобы нам с вами сегодня эффективно провести данное обучение. Времени у нас с вами всего 1 час, да, то есть в рамках 1 часа нам нужно раскрыть эту тему. Друзья, также вас традиционно буду просить участвовать в различных опросах, писать в чате. Вы сейчас уже вижу, вы это делаете. У нас уже 36 участников, здорово. Коллеги, если какие-то вопросы будут, то, соответственно, можете мне их писать в чате, я периодически вижу чат. И также можете мне задавать микрофон, если у кого-то вопросы в процессе будут. Так, друзья, большая только просьба, микрофоны пока отключить. Ну, либо я просто это буду принудительно делать, да, чтобы нам не мешать, не мешать мне, да, и посторонние звуки просто нам будут мешать в чате. Я думаю, что здесь может быть вероятность, что там в клубе, то есть по тому, как у тебя будет клиенты еще. Понимаешь, может, у тебя по фоновой пробе руки там еще ближе, чем по таблице, или наоборот. Вы как-то тут говорили, что считали, то посмотрите. Пускай в программе мне напишут, как таблицу 24, коллеги, а сейчас звук есть?
Да, отлично, да, спасибо. Принудительно снова включил. Вот видите, да, иногда возникают технические неполадки. Да, спасибо. Да, ура, это радует. Повторюсь, друзья, что в рамках нашей темы, да, спасибо, мы рассмотрим четыре блока, зачем уметь выстраивать доверительные отношения с людьми, что такое доверие, как создать доверительные отношения, и рекомендации по применению знаний на практике. Да, друзья, микрофоны, пожалуйста, выключите, чтобы не было посторонних звуков. Да, пожалуйста, если только у кого-то вопросы будут, то, пожалуйста, мне их задавайте в чате. Да, вижу, у некоторых друзья микрофоны включены, да, поэтому просьба их отключить. Угу, хорошо, спасибо. Так, друзья, переходим к первому блоку, но прежде чем мы погрузимся в содержание нашего вебинара, попрошу вас ответить на следующий вопрос. Как вы считаете, зачем уметь выстраивать доверительные отношения с людьми? Напишите, пожалуйста, в чате, какие мысли у вас есть, то есть для чего нам нужно это делать. Ага, принудительно, да, хорошо. Давайте, Артем, сейчас я посмотрю. И у кого звук не отключен, да, давайте принудительно. Сейчас я буду отключать. А вы пока, друзья, отвечайте на вопрос в чате. Смотрите, вообще-то у всех выключено. Всех выключено, Артем. Не вижу включенных микрофонов, друзья. Кроме моего, да, вижу, всех выключен. Да, спасибо. Вижу, все выключили. По-моему, у меня только у одного. Угу. Так, чтобы достигать поставленных целей, ага, спасибо. А для взаимовыгодных отношений, отлично, спасибо. Чтобы достигнуть определенных целей. Комфортнее работать. Абсолютно верно. Да, для получения качественной обратной связи, для взаимовыгодных отношений, чтобы достигать поставленных целей, для комфорта. Да, абсолютно верно. Спасибо, друзья. Абсолютно верно. Вы говорите, да, для лучшего взаимопонимания коллег, да. В доверительных отношениях лучше работается, точно, точно. Потому что есть поддержка, да, взаимопомощь. Я думаю, гораздо приятнее работать, когда есть в коллективе понимание, доверие, да, чем когда постоянно какие-то склоки и отношения не очень хорошие, да. Почему? Потому что на работе мы достаточно находимся много времени, так ведь, друзья? Да, абсолютно правильно вы говорите. Но для того, чтобы, да, верность, доверие, основа отношений и взаимодействия. Точно, да, спасибо, Ирина, спасибо, Марат. Абсолютно верно. Коллеги, предлагаю сейчас выполнить небольшое задание. Да, Владимир, точно. Благоприятный климат в коллективе. На самом деле это очень важно. И будем сегодня говорить о том, как его создать тоже можно. Друзья, вспомните, пожалуйста, свои цели, важные для жизни и достаточно глобальные. Они могут быть как личные, так и профессиональные. Сколько у вас их? 3, 5, 7. Вот просто представьте сейчас ваши эти цели. Сколько у вас их? Либо профессиональные, да, либо какие-то личные. Ну, я думаю, у вас есть и те, да. Глобальные, которые важны для вас. Выберите из них те, достижение которых зависело бы только от других людей. Ага, спасибо, уже вижу у Марии их 4, да. Друзья, вот выберите те, достижение которых зависело бы только от других людей. И напишите в чате, поставьте десятку, если у вас эти цифры совпали. Если не совпали, то 5. То есть, если ваши глобальные цели, их реализация совпала с другими. Так, вижу, не у всех, да, да, вижу, у многих совпало. Ага. Ну, может быть, не все, да, но большинство, да, большинство вижу, что совпало. Даже и пятерка, я так понимаю, что совпали некоторые, но не все, видимо, да. Да, почему? Потому что те цели, которые мы реализуем, особенно наши корпоративные, да, они часто зависят от других людей, коллеги. Не всегда, но чаще всего на пути реализации каких-то значимых в нашей жизни целей нам приходится взаимодействовать с другими людьми. И, конечно, от того, насколько мы это качественно делаем,
настолько качественно мы и быстро реализуем данные цели. Друзья, вот как вы считаете, влияет ли наличие доверия между людьми на эффективность взаимодействия? Вот если вы считаете, что да, то поставьте, пожалуйста, плюс в чате. Если нет, то минус. Угу. Да, вижу, вижу ваши плюсы. Отлично, спасибо. Здорово. Угу. Коллеги, а был ли в вашей жизни опыт, когда отсутствие доверия между людьми повлияло на недостижение цели? Скажем, доверие было не очень высокое, либо его вообще не было, да? Да. Вот если очень ярко прямо было, можно поставить прямо много плюсиков, да, много плюсов. Если действительно вот такие были серьезные вещи, да? У меня, ребята, точно было. Точно было, то есть, когда отношения не очень хорошие, то реализовывать цели достаточно сложно. Да. Отлично, молодцы. Коллеги, давайте поговорим о важности доверия вообще. Вы уже писали в чате, да, спасибо вам, что доверие, конечно, является очень важным таким качеством, да, влияющим на эффективность взаимодействия между нами, между коллегами, да. И от того, насколько, конечно, мы умеем взаимодействовать качественно, да, умеем создавать доверительные отношения, чаще всего влияет на реализацию наших жизненных целей. Поэтому будем сегодня говорить много о том, да, вот как уметь правильно доверительные отношения создавать в коллективе, но не только в коллективе, да, вообще и с друзьями. И как сказал Фрэнсис Фукуяма, высокое доверие – это наши дивиденды, а низкое доверие – это налоги. Кто такой Фрэнсис Фукуяма? Это американский философ, это политолог, да, политический экономист и писатель японского происхождения. Рекомендую почитать о нем, кому интересно, чуть поглубже, да, после нашего курса. На самом деле очень умный человек, да, много сделал полезных вещей. Так, друзья, что же Фрэнсис говорит про налоги низкого доверия? Что это такое? Это когда наше взаимодействие не очень качественное. Это когда мы много времени тратим на различные склоки, на какие-то конфликты, когда нет помощи, взаимовыручки, да, когда мы выкатываем кому-то невыполнимые требования, да, вот. Из-за этого, конечно, мы теряем массу времени, массу сил. И для нас это становится на самом деле проблемой очень большой. Кроме этого, можно так сказать, что в налоги низкого доверия входит это низкая скорость принятия решения, низкое качество взаимодействия, да, высокие затраты на достижение, на реализацию целей. Проблемы решаются долго, коммуникация не очень хорошая, да, вот как испорченный телефон. Ну и в результате, конечно, негативный эмоциональный фон, не очень хороший микроклимат. И всем, конечно, плохо. Да, всем, конечно, плохо. А что такое дивиденды высокого доверия? То есть это обратная сторона медали, да, когда высокая скорость работы, когда мы быстро достигаем, реализуем наши цели, высокое качество взаимодействия, да. Отсутствие скрытых конфликтов, отсутствуют разные потери, вот потери как раз на коммуникацию, потери на взаимодействие, потери на решение проблем, на понимание другого человека, да, вот когда их нет, когда царит благоприятная атмосфера дружеская в коллективе. Понятно, что тогда мы быстрее реализуем наши цели и работается, конечно, приятнее. Да? Итак, друзья, мы рассмотрели в первом блоке, зачем уметь выстраивать доверительные отношения с людьми. А сейчас поговорим во втором блоке, что же такое все-таки доверие. Ну и, друзья, прежде чем мы погрузимся в материалы нашего курса, да, предлагаю вам ответить на вопрос следующий. А что такое доверие в понимании вашем? Напишите, пожалуйста, в чате, вот как вы считаете, своими словами, доверие с вашей точки зрения это что? Друзья, кстати, напомню, что презентацию я вам вышлю в электронном виде. Не переживайте, да, сегодня после нашего обучающего курса всем презентацию вышлю. Итак, что же такое доверие? О, порядочность, да, Марат? Конечно, это в первую очередь порядочность, да, но не только, да. В доверие входит, конечно, много-много очень разных вещей. Что еще? Взаимоуважение. Точно, когда есть взаимоуважение, конечно, доверительные отношения... Они возникают. Да, принятие
вашей точки зрения и мнения. Точно. То есть, когда вашу точку зрения принимают, когда вас внимательно выслушивают, да, открытость, да, писала еще Ирина, открытость, когда люди открыты по отношению друг к другу, не держат камень за пазухой, уверенность в ком-то, точно, когда есть уверенность, да, что человек не подставит, выполнит то, что обещал, то, что сделал, открытые в общении, то есть открытое общение, когда можно не ожидать от человека наша спину, да, каких-то подвохов, да, Елена, абсолютно верно, да, точно, точно, взаимоважение, уверенность друг к другу, да, спасибо, друзья, абсолютно верно, уверенность в определенных положительных качествах, да, Андрей тоже пишет, да, абсолютно верно, друзья, Гарантия безопасности, Анатолий пишет. Точно, коллеги. Вот Анатолий так емко подчеркнул, когда есть некая гарантия безопасности, когда мы понимаем, да, что с этим человеком у нас не возникнет никаких в дальнейшем проблем, сложностей. Да, отлично. Ну что, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Другими словами, да, это некие такие положительные отношения, когда у нас есть уверенность, да, что человек порядочный, да, что на самом деле, как писали коллеги, не воткнут нам нож в спину, да, не подставят. Человек слово сказал, сделал. Конечно, это ценится. Это ценится, тогда у нас доверительные отношения, конечно, будут. Но они не складываются вот сразу, раз так быстро. Да. То есть нужно некоторое время. И, к сожалению, доверительные отношения мы создаем очень долго, а потерять их можно, да, за один раз. Поэтому прежде чем что-то сделать, конечно, думайте. Обдумывайте каждое ваше действие, каждый шаг, каждое ваше слово. Потому что отношения – это такая хрупкая вещь. И испортить их, и сломать, конечно, можно очень быстро. Да? Так, друзья, есть еще такое понятие, как эмоциональный банковский счет. Не знаю, кто-нибудь из вас слышал ранее или нет. Я понимаю, что вы знаете, что такое финансовый банковский счет. Эмоциональный банковский счет – это что? Это некая метафора, обозначающая уровень доверия между людьми. Ну, например, он может быть нулевым, может быть в минус, может быть в плюс. Если мы первый раз человека видим только, понятно, он еще пока нулевой. Да? Общаясь с человеком некоторое время, если мы видим, что человек слова, да, то есть взаимовыручка, есть поддержка и так далее, то, конечно, он начинает расти. Если, допустим, человек забыл, не выполнил в срок, не предоставил ненужные данные, обманул, либо еще что-то, оговорил, то, конечно, эмоциональный банковский счет падает. И очень важно вам для того, чтобы ваши доверительные отношения были как можно лучше, постоянно пополнять ваш эмоциональный банковский счет. То есть, другими словами, делать для других людей гораздо больше порой, чем даже они этого просят. Да. Не обязательно ждать награду какую-то, да, ребята. То есть не нужно делать только из-за корыстной цели, да. То есть помогать нужно и бескорыстно. И вам воздастся это, конечно, потом в отношениях ваших гораздо больше. Коллеги, для того, чтобы разобраться в том, как доверие помогает нам достигать наших целей вообще в нашей деятельности, предлагаю выполнить упражнение. Оно будет состоять из двух заданий. Задание первое. Пожалуйста, возьмите чистый лист А4, либо блокнот, да, время на работу 1 минута. Пожалуйста, за 1 минуту, пожалуйста, составьте список людей, которым вы доверяете в данное время. Ну, скажем так, топ-5 людей вот основных, да, кому верите. Ну, может быть, больше, да, там от 5 до 10. Вот, пожалуйста, некий такой перечень. Можно просто инициалы, можно фамилии, да, вы для себя это делаете. Так, идемте дальше. Подумайте, по какой причине вы им доверяете больше всего. Напишите, пожалуйста, в чате, вот по каким причинам, да, вы им верите. Появился, да, не было опять звука, коллеги? Да, вижу. Угу. Напишите, пожалуйста, в чате, вот по каким причинам вы доверяете этим людям.
Вот почему они попали в ваш список тех людей, которым вы верите? Угу. Профессионализм. Ага, отлично, Олеся, да. Профессионализм, то есть человек дела, да, человек экспертен, проверенный делом, точно, проверенный уже делом, да, то есть можно ему верить, уже не раз подтвердил он это делом, ни разу не кинули, ни разу не обманули, да, не подставили, точно, Татьяна, абсолютно верно, семья. Ну, тоже семьи есть разные, да, в данном случае, если семья сильная, да, если есть тыл, поддержка, да, Анатолий, согласен, абсолютно, семья, близкие люди, да, Так, дальше, никогда не подводил, не было прецедента, да, абсолютно верно, не было ситуации, которая бы проявила себя с плохой стороны, проверенные люди, точно, точно, Андрей, так, самый родной и близкий человек, который, да, никогда не подставлял, ощущение, что человек не подлый, ну, бывает, да, ты даже человек еще мало знаешь, но бывает как-то вот внешне, да, он проявляет себя как человек хороший, да, ощущения, да, могут быть, история какая-то, да, история с этим человеком, проверен уже временем, да, также открыт, так же, как и ты, да, открыт, оказывает помощь и поддержку. Ну что, абсолютно верно. Я точно так же действую, тут на 100% согласен с вашими критериями. Тот, который тебя никогда не подставил, уже проверен временем, да, то, конечно, доверие, оно начинает расти, да, и он, конечно, входит в ваш список тех людей, которым вы верите. Одна капля лжи портит океан доверия. Абсолютно верно, Марат, про что я и говорил коллеге. Вот одна капля лжи может испортить все отношения, которые между вами есть. То есть близкие люди расходятся, да, из-за маленькой лжи. Вот что-то произошло, вот 10 лет все было классно. Одна маленькая капелька лжи, и на самом деле все. И веры уже нет, ребят. Поэтому важно, конечно, это ценить, еще раз взвешивать каждый свой шаг, каждое свое действие. Если для вас все-таки это важно, да, то, конечно, беречь отношения нужно, как с близкими, так и с коллегами. Так, задание второе, коллеги. На задание вам также одна минута. Составьте, пожалуйста, рейтинг вот по доверию, по фамилиям, которые вы выписали ранее. Первое, однерка, это самый высокий уровень, да, то есть проставьте цифры. 10, самый низкий. Вот проранжируйте ваш список тех, кому вы верите. Я думаю, быстро вы сейчас сможете сделать. Так, Светлана еще писала. Даже если предавали, находим силы признать это и попросить прощения. Кстати, да, вот Светлана, на самом деле это очень ценно. Есть люди, которые, ну да, ошиблись, да, но можно всегда дать им второй шанс. Да, по крайней мере, если он честно признался, извинился, шанс можно дать. Но доверие все равно уже немножко чуть-чуть испорчено будет, да, и нужно будет время, чтобы его выстроить снова. Да, исправить, конечно, можно, но это сложнее уже сделать. Угу. Так, расставили, да? Расставили. Так, друзья, вот вопрос к вам. Напишите в чат, пожалуйста, три ключевых критерия, вот, по которым все-таки вы поставили самый высокий рейтинг. Вы перечисляли, да, вот что такое доверие, да, почему эти люди вошли в перечень тех людей, кому вы верите. Но вот еще раз, вот, три, наверное, ключевых критерия, которые позволяют вот, людям войти у вас в уровень номер один. Так, это родственники, это друзья, угу. Это взаимоотношения, Владимир, наверное, я так понимаю, что взаимоотношения такие длительные, качественные, да? Угу. Ага, то есть критерии длительные, качественные взаимоотношения. Так, Полина пишет, а проверенные длительными, да, взаимоотношениями. Угу. Но длительные, я так понимаю, там, наверное, там от года, да? Так, три близкие по духу коллеги и руководителя. Угу. Три близкие по духу от Ирины. Так, Андрей пишет, это родственные связи тоже, да, длительные взаимоотношения, когда не было, я так понимаю, никаких там сложностей. Да, длительные, я так понимаю, это больше года. Да? Отсутствие негативного опыта, пишет Ирина, угу. Тоже за какой-то определенный период времени. Угу. То есть, вот таким образом вы определили критерии, да, ключевые. Отсутствие негативного опыта, длительность, это более 10 даже лет. Ну, понятно, чем вот этот срок больше, конечно, лучше. Да.
Родственники, время, опыт, ага, критерия. Родственники, проверенные друзья и коллеги, готовность прийти на помощь. Александра, вот готовность прийти на помощь, коллеги, это критерий тоже. Ну что, вот извините, когда вам плохо, не все готовы на помощь прийти к вам. Часто друзья отворачиваются, когда вам плохо, да, и, к сожалению, мы понимаем, что вот мы когда-то ошиблись, друзья, да. Давайте поговорим о том, какие типы доверия, коллеги, есть. Вообще можно выделить два типа доверия, сознательное и бессознательное. Значит, это не друзья даже, точно. Не зря говорят, друзья познаются в беде. Да? Сознательно это понятно, да, то есть, когда мы осознанно доверяем человеку, это определенные его действия, вот то, что вы писали ранее, да, то есть определенный опыт общения с ним, и доверие сознательное есть. А есть еще и бессознательное, да. Бессознательно это в данном случае, когда мы человека еще по сути мало знаем, только вот общаемся, да, и доверие создается в эти первые минуты. Вот можно ему верить, либо нет. Сомнения у нас еще есть, да? То есть бессознательное, когда оно строится на конгруентности. Что это значит? То есть это когда мы не верим словам, да, а больше определяем по невербалике. То есть вы же знаете, да, то есть можно определить, как человек говорит нам правду, либо нет, да, по тому, как он себя ведет, как он говорит, да, по невербальным таким вещам. Незаметные даже микрожесты нам говорят о том, что на самом деле человек говорит правду, либо нет. Вообще стоит ему верить, либо нет. И наш мозг вот считывает эти микродвижения и сразу же дает нам сигнал, человеку можно верить, либо нет. Да, то есть бывает, вот какие-то сомнения возникают сразу. Друзья, поставьте в чате плюсики, если вы уже сталкивались, что с тем человеком начинаешь общаться, первый раз его видишь, и вот какие-то сомнения, да, вот что-то не так в нем. Сталкивались с этим? Да, спасибо, друзья. А потом через некоторое время вот эта эмоция первая, она бывает проявляется в положительную сторону. Не всегда, кстати. Бывает иногда, что наше первое мнение ошибочное. Но бывает так, что вот именно вот эмоция это была прямо в точку, что потом отношения с человеком как-то не складываются. Да? Это говорит о том, что вот наш мозг что-то считал, мы можем даже это не заметить, да, и дает нам такой сигнал. Да, если мы не можем довериться, конечно, другим людям, то нам будет тяжело выстраивать отношения с ними эффективные. Вот, и как мы можем работать плотно, да, как мы можем быть уверенным в том, да, что человек завтра нас не подставит. Это сложно сделать, да. И доверие что? Это и есть результат неких таких впечатлений, сложившихся отношений с человеком, да, то есть, когда мы долгое время с ним общаемся, ну, долгое условно, это может быть и полгода, может быть и год, может быть и 10 лет, да, бывает уже за месяц можно столько о человеке узнать, да, что отношения очень хорошие, да. Поэтому первое, это подстройка под человека. То есть, как бы мы настраиваемся под него, да, если мы хотим, чтобы отношения у нас хорошие были, мы контролируем то, как мы говорим и как вообще это делаем, да. Исходя из этого, если мы все будем делать правильно, то отношения доверительные через некоторое время будут, да. И вообще говорят, что доверие начинается вообще с первого впечатления. Вот буквально в первую минуту уже есть понимание вот у многих на уровне подсознания, отношения дальше хорошие с человеком будут или нет. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались, да? То есть, прямо вот начинаешь общаться с ним и чувствуешь, что дальше будет все классно. А бывает наоборот, да, вот чувствуешь, что нет, не пойдет. Коллеги, можно выделить 5 уровней, либо 5 волн доверия. Первое – это доверие на уровне личности. В первую очередь, то есть, человек сам хочет быть надежным и достойным, отвечает за поступки свои. И нужно, друзья, начинать, конечно, всегда с себя. Второй уровень – это доверие на уровне отношений. Да. Вот, если, допустим, человек действительно хочет, чтобы отношения хорошие были, он все для этого сделает. Вот если, извините, человеку все равно, да, то, конечно, он не будет прикладывать больших усилий для того, чтобы отношения между вами были хорошими и качественными. Третья волна – это доверие на уровне организации. Про что идет речь? Когда организация, когда ее руководители, основатели, топ-менеджеры, собственники сами хотят, чтобы в организации везде отношения доверительные были. То есть они начинают в первую очередь с себя, они формируют корпоративную культуру и всячески способствуют тому, чтобы был хороший микроклимат.
То есть меньше бюрократии, меньше интриг, ну и так далее, да. То есть отношения очень прозрачные, каждый понимает, что он и зачем должен делать, понимает цели. Следующая волна – это доверие на уровне рынка. То есть если компания себя ведет вот должным образом, то, конечно, у компании репутация на рынке уже высокая, известный бренд. Да, компания хорошо себя позиционирует на рынке, многие хотят устроиться и работать в ней, многие подрядчики хотят тоже, конечно, сотрудничать с ней, и в результате, конечно, компания получает большой плюс, то есть массу получает плюсов, ну и работники тоже. Ну и следующая волна, да, это доверие на уровне общества. То есть, если каждый из сотрудников понимает свой личный вклад в развитие доверительных отношений, он понимает, что это влияет уже в целом не только на него, но и на компанию в целом, да, и каждый из участников общества вот, готов вкладываться. Но мы говорим уже не про организацию, а в целом общество, да. Если мы говорим про Россию, то есть каждый человек в России, да, готов прямо вот оказывать доверительные отношения вообще всем. Да, вот. Это высший пилотаж, это высший пилотаж, да, конечно, нам пока еще далеко до такого уровня. Коллеги, вот вопрос к вам. Вот как вы считаете, на какие из этих 5 уровней вот сейчас вы напрямую влиять можете? Вот прямо поставьте цифру. Первое, это на уровне личности 1, на уровне отношений 2, на уровне организации 3, на уровне рынка 4, на уровне общества 5. Первый и второй, так вижу, первый и второй. Угу. Первый и второй. Ну что, друзья, молодцы, абсолютно верно. Пятый на уровне общества. Но в данном случае это через некоторое время. Вот прямо вот сейчас, конечно, мы можем первое начинать это с себя. А второе это уже на уровне отношений. То есть прежде чем общаться с кем-то, думать вообще, как мы вот своими действиями отношения создаем, хорошие либо нет, да. На уровне организации, ну, в данном случае тоже можем, но пока еще косвенно, опять же, если мы общаемся тоже доверительно со всеми, оказываем поддержку, взаимопомощь, да, то, конечно, это тоже плюс. Но в большей степени, конечно, первый и второй уровень. Поэтому начинать нужно, коллеги, конечно, с себя. Друзья, в основе сознательного доверия друг к другу лежат определенные, конечно, условия самого человека. Первое, это цельность личности, да, то есть человек, если понимает, что для него это важно, то есть для него честность это не простой звук. Он доверяет себе в первую очередь, да, он отвечает за поступки свои, то есть человек слово. Намерение это когда человек как раз не держит камень за пазухой. То есть у него четкие ясные мотивы, он желает отношения хорошие с коллегами выстроить. То есть у него внутри есть установки, да. Есть определенные способности, то есть в данном случае он экспертен в своей области, он профессионал, и он понимает, если у него где-то есть слабые стороны, он их развивает. То есть он стремится повышать свою квалификацию, да, развиваться и расти. Ну и последнее, очень важно, чтобы человек понимал вообще конечный результат всех его действий, четко понимал, куда он идет, для чего он идет. Понимал ответственность за свои поступки, за результат своих действий. И вот если, друзья, все вот эти вот 4 вещи есть, если для нас это важно, это не простой звук, то, конечно, доверительные отношения нам создать будет гораздо проще. Можно выделить следующие характеристики поведения для создания доверия. Вот если мы берем себя как личность, да, то есть некие правила, которые важно принять нам каждому. Первое, это говорить всегда прямо. Но всегда условно, иногда я понимаю, что прямо сказать сложно, но по крайней мере нужно это делать, да, находить слова не обидные, такие, чтобы не задеть другого, да, то есть говорить прямо, честно, то, в что вы верите, то, что мешает вашей деятельности. Да. Демонстрировать уважение и заботу, создавать прозрачность, имеется в виду никаких закулисных игр. Исправлять то, что это можно сделать. То есть оценили, ну да, мы все люди, да, можем делать периодически ошибки, но стараться их исправлять и признавать ошибки свои, это тоже важно. Демонстрировать лояльность вообще к компании, к людям, уважение, достигать результатов, да, достигать результатов, но не просто результатов, да, а высоких результатов.
То есть стараться делать быстрее, качественнее, совершенствоваться. На самом деле это непростой звук, если мы постоянно пытаемся себя улучшить, оцениваем правильно свои сильные и слабые стороны, да, то есть мы растем как личность. Смотреть правде в глаза, это не просто на самом деле, по себе знаю, не просто. Вот порой сложно себе признаться, что ты являешься проблемой какой-то, да, а не кто-то. Прояснять ожидания. Про что идет речь? Если вам что-то непонятно, задание, либо какая-то цель, либо есть какие-то еще трудности, не стесняйтесь просто спросить и узнать. Практиковать ответственность, ну, в данном случае, вот прямо с сегодняшнего дня старайтесь быть ответственным по отношению к себе, в первую очередь, и по отношению к другим людям. Слушать сначала, прежде чем спросить. Очень хорошее правило. Есть люди, которые торопятся, перебивают. Имейте совесть сначала выслушать, да? Потом уже можно будет поинтересоваться, что-то вам непонятно. Обязательства. Очень важно выполнять те соглашения, которые вы приняли ранее. А если вы их не принимаете и не выполняете, конечно, доверие будет падать. Ну и распространять доверие по отношению ко всем, с кем вы общаетесь. Коллеги, вот как вы считаете, важно ли применять данные правила? Вот если вы согласны с этим, поставьте, пожалуйста, плюсы в чате. Может быть, уже кто-то из вас применяет данные правила в вашей деятельности. Это простые правила, на самом деле. Многие из вас их знают. Да, спасибо. Спасибо, коллеги. Простые 13 правил. Вот рекомендую прямо с сегодняшнего дня проанализировать, как вы ведете себя. И если есть вот какие-то из этих правил, которые вы не применяете в данное время, постараться и включить вот вашу деятельность. Друзья, характеристики поведения для создания доверия. Вот мы рассмотрели 13 правил, да? А вот можете прямо выделить вот какие-то из этих правил, которые вы сейчас уже прямо применяете в своей деятельности? Вот поставить прямо цифры. Вот я могу про себя сказать, да, вот я первое использую, стараюсь говорить прямо, да, демонстрирую уважение и заботу, создаю прозрачность, да. Четвертый, были ошибки в моей деятельности, да, стараюсь их исправить. Да, спасибо, коллеги. Вот не всегда мне получается смотреть правде в глаза, бывает, да, сложно, да. И вот 11-й, да, пункт у меня тоже бывает, я иногда не выслушиваю, да, хотя стараюсь, я понимаю, что важно. Угу. Но контролирую себя. Да, спасибо, друзья, спасибо за честность, спасибо за честность. Вижу очень много уже данных характеристик вы применяете в своей деятельности. Здорово, ребята, это очень приятно. Вот чем их больше, тем, соответственно, лучше. Чем, соответственно, лучше. Да. Хорошо, спасибо. Так, идемте дальше. Давайте подведем итог этого блока. Да, спасибо, коллеги. Некоторые пункты на уровне принципов, да, над некоторыми я работаю. Да, Светлана, абсолютно верно. Спасибо. Главное, знаете, понимать. Главное вот понимать и осознавать, что вы сейчас делаете. И если у вас есть какие-то зоны для роста, да, вот осознавать свои слабые стороны и работать над ними, конечно, усиливать их. Давайте подведем итог этого блока. Мы говорили, что доверие бывает сознательным и бессознательным. Мы стараемся в большей степени, конечно, выстраивать доверие сознательное. Но и чтобы на бессознательном уровне никто не воспринимал вас как человека, с которым не стоит отношения заводить. Да, то есть контролируйте невербалику свою тоже. Не забывайте про это, что словам люди верят в меньшей степени. Доверие может проявляться на разных уровнях, мы говорили, да, то есть 5 есть уровней волн, мы влияем с вами в большей степени на первую и вторую. Ну, конечно, если мы хотим завоевать доверие, да, наших коллег, наших близких, то нам нужно, необходимо начинать с себя в первую очередь. Вот если вы хотите, чтобы вам верили близкие люди, да, то есть всегда сами доверие оказывайте в первую очередь. Коллеги, переходим к следующему блоку. А как же создать доверительные отношения? Мы говорили, да, что в первую очередь нужно начинать с себя. И вот проанализируйте, вот, насколько вы честны с другими. Насколько вы отвечаете за поступки свои. Не оправдываете ли вы себя. Да, вот, насколько у вас позиция проактивная. Всегда ли у вас намерения ясные, четкие в плане того, что прийти к сотрудничеству. А не такие, чтобы
через кого-то получить что-то. Насколько вы эксперт своей деятельности, насколько вы трезво оцениваете свои слабые и сильные стороны и развиваете свои слабые либо сильные стороны. Насколько вы понимаете, как ваши действия влияют на результат вашей деятельности, оцениваете себя, проводите оценку, да? Вот оцените себя сами. Если где-то у вас есть какие-то слабые зоны, я рекомендую, конечно, в ближайшее время поработать над ними. Но чтобы не забыть, нужно это все писать. Вот сейчас, если у вас появляются какие-то мысли, я рекомендую прямо, коллеги, записывать их, да, куда-то в блокнот, либо на листочек, да, вот, чтобы не забыть. Какие у вас сейчас появляются какие-то мысли, инсайты. Ну и повторюсь, да, что если мы в первую очередь не понимаем сами важности, да, вот этих простых таких вещей, если в первую очередь мы сами не ведем себя по отношению к другим так, как хотели бы, чтобы они вели себя по отношению к нам, и не контролируем эмоции свои, то, конечно, доверительные отношения создать вам будет очень сложно. Так, друзья, такая вещь, как эмоциональный интеллект, она тоже очень важна в доверительных отношениях. И поэтому предлагаю сейчас тоже рассмотреть эту тему, да, вопрос к вам. Вот как вы считаете, что такое эмоциональный интеллект? Напишите, пожалуйста, своими словами в чат. Так, вижу, коллеги пишут. Вот какие мысли есть? Да. Умение управлять эмоциями. Точно, Александра самая первая, да, абсолютно верно. Умение управлять эмоциями. Способность понять эмоции другого еще, да, способность управлять собой в первую очередь, да, спасибо, Галина. Владимир пишет, то, как мы управляем эмоциями своими, да, и эмоциями других еще дополняет Ирина. Осознание своего эмоционального состояния, пишет Светлана, умение распознавать эмоции, да, свои, пишет Кристина. Способность понимать чувства и эмоции окружающих, умение понимать свои эмоции. Абсолютно верно, друзья. Ну что, правильно, да, абсолютно верно. То есть это, другими словами, это способность понимать свои эмоции, эмоции других людей, с кем вы общаетесь, да. И мало того, умение еще и управлять ими. Да, это высший пилотаж. Это высший пилотаж. И, допустим, если вы человек такой резкий, не сдержанный, конечно, доверительные отношения вам создать тоже будет проще. Поэтому нужно уметь контролировать свой эмоциональный фон. Вообще, друзья, вот зачем нужно развивать эмоциональный интеллект, как вы считаете? Нужно ли его развивать? Либо вот, может быть, как родился, вот какой у тебя есть, так и хорошо. Вот кто-то умеет лучше, кто-то хуже контролировать себя, да, управлять собой. Вообще, как считаете, нужно ли развивать это, этот навык? И вообще, зачем, да, если нужно? Угу. Зачем? Для достижения своих целей. Угу. Обязательно, да, абсолютно верно. Друзья, вот я считаю, убежден даже, что в наше время эмоциональный интеллект это один из самых важных навыков. Потому что мы постоянно коммуницируем, да, мы постоянно коммуницируем с кем-то. Точно. Чтобы меньше было конфликтов, да, мы находимся в обществе, абсолютно верно. Коллеги, это очень важный такой навык. В первую очередь нужно понимать, конечно, себя, да, эмоциональный интеллект. Вот сейчас топ-10 навыков, да, согласен, да, да. Чтобы лучше понимать, управлять, конечно, собой и другими в процессе. Ну и кроме этого, если мы управляем эмоциями своими, да, и другими, то мы быстрее достигаем цели, мы меньше впадаем в стресс, да, и наше взаимодействие становится более, конечно, качественным. И доверительное отношение, оно тоже растет. Да, доверительное отношение, оно тоже растет. Да. Спасибо, друзья. Модель эмоциональной компетентности, друзья, включает в себя, еще раз давайте подведем итог, следующий навык. Это первое, это умение осознавать эмоции своими, свои, да, понимать их, осознавать эмоции других, с кем мы общаемся в процессе. И высший пилотаж, конечно, это умение управлять ими. Как вы считаете, какой из четырех этих пунктов наиболее актуален для вас, для повышения доверительных отношений с вашими коллегами? Сейчас мы говорим, что мы живем не один в обществе, да, все. Ага. Ну, это наиболее важный какой-то один, можете выделить? Так, 3-4, 1-3, 3-2, четверочки, ага, ага.
Так, да, спасибо. Немножко разделились мнения, да. Но если мы говорим все-таки о том, что мы хотим создать доверительные отношения с другими, да, коллеги, больше в обществе, то, наверное, больше, конечно, важно нам умение управлять эмоциями еще и других коллег, да. Но начинать нужно с себя. То есть мы хотим научиться управлять, вот если посмотреть честно, да, все-таки, вот я про себя даже хотел бы сказать, да, для меня очень важно уметь управлять эмоциями других. Но начинать нужно с себя. То есть я вот стараюсь тоже быть более сдержанным. Получается не всегда, скажу честно, да, я бывает тоже срываюсь, но делаю над собой определенные усилия, да. Но начинать нужно всегда с себя, коллеги. То есть основать себя, потом через себя мы можем уже управлять эмоциями других людей. Как отсутствие эмоционального интеллекта, друзья, влияет на доверие? Первое, вот если мы не обладаем навыком эмоционального интеллекта, то у нас что может быть? Раздвоение личности, да, у нас конфликт может быть, или, можно сказать, несколько я внутри, которые постоянно борются, да, и это может вылиться во что? В болезни, заболевания, да, извините, в состояния, из которых человек даже не всегда может сам выйти. Ну и кроме этого, вот как вы считаете, на какие компоненты, вот мы их рассмотрели, да, вот ранее, да, нашей личности, будет влиять конфликт внутриличностный? На все, либо только вот на некоторые вещи? Как вы считаете? Манипулирование, да, еще пишет Светлана. Манипулирование? Ну, возможно, да, может быть и манипулирование, да. Вот на какие вот цельность, намерение, способность, результаты, на какие, как вы считаете, компоненты будет влиять внутриличностный конфликт? На все, да, на все, друзья. Точно. Коллеги, для того, чтобы глубже погрузиться в тему эмоциональный интеллект, предлагаю прочитать книгу Сергея Шабанова «Эмоциональный интеллект». Она у нас есть в библиотеке Сибура. Можно, в принципе, ее скачать и на других ресурсах. Это MyBook, это Litres и прочих. Сергей, кстати, кроме этого, проводит различные тренинги для компании нашей. Он работает с Сибуром очень плотно. И, может быть, кто-то из вас уже, да, был на его тренингах. Да, он сам директор и сам ведет свои тренинги. Также можно выделить, коллеги, 4 типа основных эмоций. Это страх, гнев, печаль и радость. Да, и вот вопросы к вам. Как вы считаете, каким бы словом вы назвали максимальный страх? Максимальный страх. Вот как он проявляется? Вот каким словом его назвать? Ужас. Абсолютно верно. Друзья, как можно назвать максимальный гнев? Максимальный гнев. Каким словом? Ненависть, да, ненависть, ярость, злость. Ага. Ярость, конечно, ярость. Ярость, да. Каким словом, друзья, можно назвать максимальную печаль? Человек вот печалится, да, вот. Максимально вот. Депрессия. Так, еще. Грусть. Так. Депрессия. Слезы, грусть. Ну да, задумчивость, задумчивость, либо грусть, да, либо скорбь, да, вот скорбь, грусть, да, максимально, конечно, горе. Ну, максимально, конечно, наверное, даже горе, да, горе какое-то. Скорбь, горе, да. А каким словом, друзья, вы называли максимальную радость? Счастье, точно. Счастье, эйфория, да, абсолютно верно. Экстаз, да. И поэтому очень важно понимать эмоции свои и стараться больше находиться в последней, больше находиться в радости, не находиться долго вот в первых трех. Иногда, конечно, можем мы войти в состояние эти, но стараться вот контролировать себя, да, чтобы как можно меньше в состояниях этих были. И отслеживать, да, постоянно себя, переходить, стараться все-таки в радость. Друзья, а как вы считаете, какая ключевая трудность в управлении эмоциями своими? Да, вот в чем трудность? Вроде все понятно, ведь да, вроде бы это важно, вроде это нужно, вы понимаете все и понимают все люди. Самоконтроль, да, самоконтроль. Распознать еще, да, вот понимать в какой-то сейчас эмоции для того, чтобы из нее выйти, да. Да, на самом деле самоконтроль очень такой важный навык, да, и не всегда мы осознаем, не всегда контролируем себя. Часто люди выходят из себя и потом жалеют.
А знаете, еще кроме этого, еще это отсутствие слов порой, да, то есть порой мы не можем прямо назвать какие-то вещи, объяснить их. Порой трудно сдержать себя, да, я согласен, Елена, сложно. И мне тоже сложно, я сам эмоциональный человек, да, есть люди эмоциональные менее, да, им проще, да, конечно, чем человек более эмоциональный, тем, конечно, ему сложнее это сделать. А бывает и описать даже сложно вот состояние свое, найти нужные слова, да, для того, чтобы конструктивно выразить. Поступок неконтролируем. Да, вот когда человек не контролирует себя, он совершает поступки, за которые потом жалеет, да? И мысли свои точно нужно как раз вот контролировать мысли, эмоции, коллеги. Важно. А бывают есть люди, манипуляторы, да, которые, общаясь с вами, вводят в состояние вас в такое, что вы не контролируете себя. Поэтому очень важный навык еще контролировать не только себя, да, но и других. Контролировать, как они общаются с вами, они манипулируют ли вами, да. И как же можно эмоциональный интеллект развить? Коллеги, есть разные способы, на самом деле их очень много. Одна из важных таких вещей – это постоянно осознавать свои мысли, эмоции, вот про что вы писали ранее, да, контролировать, чувствовать свое тело. Вот тут нужна постоянная практика, вот постоянно анализ себя, а не раздражаюсь ли я, а причина раздражения моего, а почему я себя так веду, да, то есть постоянный контроль, это постоянная практика. Следующее, это можно, знаете, вот есть такие методы, представить, вот, закрыть уши, сконцентрироваться на окружающей обстановке, постараться увидеть все детали, прямо все тонкости, да, вот, есть такое правило. А потом закрыть глаза снова, сконцентрироваться на звуках, подумать, вот. Обычно на самом деле мы редко это делаем, но вот попробуйте, да, вот попробуйте, и вы станете замечать некоторые вещи, которые вы не слышали и не осознавали ранее. Попробуйте, вот есть эти правила, они на самом деле очень простые, да, вот почувствуйте, как вы реагируете на звуки, на прикосновения, на разные вещи, выйти куда-то на природу, в спокойное место, и просто вот попробуйте прислушаться к себе, как к окружающей среде, да, вот важно периодически это делать. Да. Есть другие упражнения, это вести эмоциональный дневник, то есть рекомендую вообще дневник вести, ребята, каждый день, то есть в конце дня прямо записывать, вот что с вами происходит, насколько вы умеете себя контролировать, и расширять свой эмоциональный словарь, да, то есть описывать эмоции свои, да, то есть прямо вот описывать, называть их. И всегда помнить, конечно, о своей цели. А своя цель – это контролировать себя, контролировать других людей, да, помнить о том, что ваша вообще главная цель – это создавать доверительные отношения друг с другом, да, не выходить из себя. Важно вот делать такие вещи. Ну что, друзья, мы с вами рассмотрели три блока, зачем уметь выстраивать доверительные отношения, что такое доверие вообще, да, как создать доверительные отношения, несколько методов и приемов. Мы поговорили о том, как эмоциональный интеллект помогает нам тоже контролировать себя и создавать доверительные отношения с коллегами и близкими, да, вообще с кем мы коммуницируем. Сейчас предлагаю рассмотреть некие рекомендации по применению данных знаний на практике. Напомню, что, коллеги, если вы постоянно контролируете себя, оказываете всем доверие, то вы получаете в виде дивидендов потом реализацию своих целей, друзей, хорошие отношения, помощь ваших коллег, да, то есть у вас большой будет круг людей, которые тоже вам помочь могут всегда. Не забывайте про эти вещи. Важно в первую очередь начинать с себя, мы говорили, контролировать, как вы говорите вообще, как вы действуете, насколько конкурентны ваши мысли и ваши действия, да, насколько вы умеете создавать доверительные отношения друг с другом. Контролируйте вот свое поведение, используйте эти 13 правил своей деятельности, начинайте с себя. Вот определите, вот 4 вот эти характеристики присутствуют в вашей деятельности или нет. Насколько вы сами готовы вот сейчас уже создавать доверительные отношения. Да, если каких-то из этих условий нет, то значит нужно, конечно, их создать в первую очередь. Мы рассмотрели 5 волн. Да, мы говорили, что на первом и на втором уровне, как раз вот если мы начинаем с себя, да, с отношений,
сами хотим этого, то в первую очередь, конечно, отношения создаваться будут. Если пока мы не готовы, то сложно это от других требовать, да, то есть начинаем всегда мы с себя. Рекомендую поделиться полученными знаниями с близкими. Вот прямо сегодня придете домой, в кругу семьи. Вот прямо расскажите, что вы сегодня прошли такой хороший мастер-класс, да, вот что вы сегодня получили. Пообщайтесь. И детей нужно уже тоже, коллеги, учить прямо с детства, да, чтобы они контролировали себя, чтобы они понимали, как контроль эмоций складывается, ну, влияет на их цели, на их взаимодействие, да, что это на самом деле очень важно. Ну и большая просьба самим, как родителям, тоже вести себя как пример. Не забывать, что дети копируют вас, да, и дети, конечно, смотрят, как родители общаются между собой. Если отношения доверительные есть в семье, то дети копируют это и потом принимают. А если, извините, в семье постоянно склоки, постоянно скандалы, то дети тоже это видят и перенимают эту модель и ведут себя точно так же, да. Не забывайте про эти вещи. И вот один главный такой вывод, да, хотел, чтобы вы его вынесли. Заведите дневник, кто еще не ведет, прямо с сегодняшнего дня начинаете контролировать, вот, вести дневник, как вы ведете себя в течение дня. То есть, сколько раз вы себя вышли в течение дня. Если вышли, то по какой причине, анализируйте это, что послужило таким триггером. Либо наоборот, вот я целый день сегодня был спокоен, умел управлять собой, да, эмоциями своими. Даже общаясь с людьми, которые неконструктивно были настроены по отношению к вам, насколько вы умели сохранить лицо. Это тоже важно, ребята, да? Подумайте, какие действия вам помогают вот быть всегда, как раз вот контролировать себя, да, вот быть всегда на высоте. И планируйте их заранее. Мы все разные, да, вот для одного одни способы хороши, для другого другие способы. Анализируйте поведение свое, да. Определяйте те области, которые у вас сейчас как слабо пока выражены, да, и планируйте их развитие. Как мы с вами, друзья, будем работать дальше? В дальнейшем, друзья, я сегодня назначу вам тест, он небольшой, придет из опоры. Просьба пройти этот тест на понимание тех инструментов, которые мы рассмотрели сегодня с вами, да. Через 2 недели я вас попрошу пройти опрос о применении данных знаний. Я надеюсь, что вы за 2 недели уже прямо вот попробуйте, поприменяете данные знания на практике. Прямо серьезно отнесетесь к этому. И через 2 недели там вам также придет ссылка из опоры. Ваше участие на вебинаре закончится после завершения вот этих всех активностей. Коллеги, напоследок хотел бы, чтобы вы кратко дали обратную связь. Какой-то краткий вывод, да, вот что вы для себя сегодня ценное вынесли. Вот насколько продуктивно прошел для вас этот час. Напишите кратко вот свои мысли прямо в чате, да, вот одну какую-то мысль. Вот что вы для себя сегодня вынесли. Что вы готовы уже начать делать прямо вот с сегодняшнего, завтрашнего дня. Контролировать свои мысли. Дневник, да, спасибо, Александр. Да, показатели поведения своего, да, вот 13 вот этих правил. Да, то, что важно, отношения выстраивать, да, контролировать поведение свое. Да, отлично, отлично, вижу. Работать над собой, да, контролировать поведение. Конгруентность, да, коллеги, да, точно. Вот часто мы не видим, как мы себя позиционируем на самом деле. Поэтому очень важно запрашивать обратную связь у тех, с кем вы общаетесь, да. Учиться самодисциплине дневник, да, спасибо. Эмоциональный интеллект. Погрузитесь чуть поглубже, да. В рамках 1 часа сложно осветить подробно все эти темы, да. Вот прочитайте книгу Шабанова Сергея. По возможности пройдите какой-нибудь тренинг, да. Завести дневник, больше проводить беседы, да. Больше с детьми, коллеги, общаться, с близкими. Да, спасибо большое. Друзья, ну и напоследок, хочу, чтобы вы оценили данный курс меня, да, и поставьте, пожалуйста, 3 оценки в чате. 3 оценки. Насколько я, как ведущий, излагал материал просто доступно для понимания. 2 оценка, насколько я с вами эффективно взаимодействовал. И насколько вы готовы, да, порекомендовать данный курс как качественный. Спасибо, коллеги, очень приятно. Да, спасибо за столь высокие оценки. Очень приятно. Друзья, если будут какие-то
идеи по улучшению данного курса, пожалуйста, пишите мне на личную почту. Да, вот мы всегда дорабатываем наши курсы с учетом пожеланий наших участников. Да, если видите, что-то улучшить можно, буду очень признателен вашей обратной связи. Спасибо, друзья. Всем хорошего дня, продуктивного дня. Контролируйте себя, да, создавайте, пожалуйста, доверительные отношения. И все у вас будет хорошо. Спасибо. Да, спасибо, друзья. Напомню, что презентацию вам сегодня вышлю. Да, и назначу тест. Да, спасибо.